да я... Не, голос у тебя прикольный. Такой прям, знаешь, это знаешь, как... Привет, как дела? Ну, вот это, да? Ну, типа того, да. А, типа, твою же мать, на кого я нарвался, черт возьми. Твою же мать, ё-моё, на кого я нарвался? О май гад. Во-во-во, красавчик, вообще молодец. Бля, тебе в озвучку надо идти, Ива. Тебя прям зайдет, Ива, я тебе говорю. Я сейчас плющусь. Приятного аппетита. Спасибо. Что? Чему ты удивляешься? Голос такой классный. Ага. Почему он классный? Вроде обычный голос. Необычный. Почему необычный? Я слышала такие вот голоса. Где ты могла их слышать? Ну, знаешь, вот когда в хоррор-квестах каких-нибудь чем-то говорят, типа, обернись вот это или что-нибудь такое, знаешь? Именно вот так вот? Обернись! Сзади! Так? Охренеть. vk.com. Обслуживание не для продакшн. Привет. Почему у тебя камешки? Там ты смотришь туда. Ну, как бы, я смотрю на тебя. А, да? Ну, да, ладно. Да, да. Как твои дела? Это ты озвучиваешь или приложение? Это я озвучиваю, это мой голос. Никакое не приложение, вот мои руки. Это озвучиваю я, да. vk.com, обслуживание не для продакшн. Класс! Да это просто приложением играем. Да какое приложение? Какое приложение, господи, о чем ты? Мы про другой дом. Будь здорова, не болей. Приложение, увы, такого не может. И вот такого тоже. Мы заценили, давай хинта. Увы, приложение вот такого не может. А голос может. Здорово. Здравствуй, друг мой. О, привет. Ты стример? С чего ты взял, что я стример? Ну, во-первых, у тебя студийный микрофон, у тебя наушники и у тебя голос. Но это как бы не говорит о том, что я стример, понимаешь? Ну, по этим фактам можно подумать, что ты стример. Ну да, но, увы, это не так. Ты озвучиваешь что-нибудь? Так что, малой, ты ошибаешься. Офиг. Слушай, у тебя классный диктор, ты не хотел бы стать микрофоном? Что, прости? Не хотел бы я стать микрофоном? Да, ты хочешь стать микрофоном? Нет, микрофоном я стать не хочу. Ты озвучиваешь что-нибудь, там, аниме, сериалы, что-нибудь озвучиваешь? Допустим. А что ты озвучиваешь? Там бой. Бой? Бой. Еще раз скажи. Что тебе сказать? Нифига. Скажи что-нибудь еще. Ну что тебе сказать? Как твои дела? Мне кажется, он на ютубе. Это как его там? Ну-ка еще раз повтори, это вообще краш голос. Как твои дела? Добро пожаловать в чат-рулетку. О, нифига себе! А у тебя есть YouTube, мне кажется. Ну, типа, он ходит. Тебе кажется. Кажется? А может и не кажется. Мама, я звезда! Всем привет, если кто-то меня увидел. Меня тоже. Ой, офигеть, скажи еще раз что-нибудь, скажи. Прям, привет. Прям в эфир.
Здорово, Гарри Поттер. Здорово, но, к сожалению, не Гарри Поттер. Что? Чему ты так удивляешься? Да не надо. Что? Да ну нафиг. Что, ты боишься? Не бойся. Нет, просто что? Не бойся, я тебя не трону. Он стример 100%. Ну считай, что ты попала. Ты попала, я меня убью. Я попала. Смотря куда ты попала. Куда я попала? Ну, это тебе решать. Куда я попала? Давай. Главное, не бойся. Не буду бояться, не буду бояться я. Все хорошо. Спокойно. Переключай. Нет. vk.com. Озвучивание не для продакшн. Чему ты так удивляешься? Да ну нахрен! Ну чему ты так удивляешься? Что такое? Пустой канал скинет. Скинь, скажи свой канал. 100%. Окей, ладно, давай попробую еще удивить. Смотри, допустим, смотрела мультик Лило и Стич? Да. Ахана, значит, семья. Стич. Ну и самое популярное. Она тролла меня, она тролла. Ты смотришь видео, пускай мне. Ага, да. Скажи свой канал, 100% есть. Давай, скинь! Я ж тебе говорю, ты попала. Куда я попала? Допустим, на такую платформу, как YouTube. Не пугайся, все хорошо. Подумаешь, голос немножко изменился. Но нету ничего страшного. Скажи канал! Я могу тебя помурчать в дискордике. Помурчать в дискордике? Ой, как это мило. Что с тобой, друг мой? У тебя неплохо получается. Я могу достать. Хорош, малой. Продвигай свою платформу. У тебя такой гол? Какой? Как у Дэдбула. Да ладно, да ты что, серьезно? О, нифига, ютуберы. О, нифига, ютуберы. О чем ты? Я не понимаю. Знакомый голос. Да ну, че правда? Че, в озвучке какой-то работаешь, что ли? Возможно. Да блин, подожди, сейчас угадаю. Аниме какое-то озвучиваешь, да? Да, озвучиваю и аниме. Подожди сейчас. А ну, подожди, я должна угадать, какой-то знакомый голос.
Я могу тебе сказать таким же голосом кое-что другое. Вот, допустим, как тебя зовут? Ну, меня зовут Вика, ну. Вика, ты самый приятный собеседник в этой чат-рулетке. Да, блин, я не могу понять. Что-то. Что-то? Ну, ты догадайся. Да не могу я догадаться, понимаешь? Я не за все шарю. Я просто такой мультифандомщик, который иногда так немножко не шарит. Но голос, ну, очень знакомый. Окей, ладно, давай я тебе кое-что другое изображу. Допустим, смотрела мультик «Лило и Стич»? Да. Да. К примеру. Ахана, значит, семья. Эч. Ты чё, в Ютуб снимаешь меня, да? Нет, не бойся. Я надеюсь, я в Ютубе не появлюсь. Да подожди, я полюбасу появлюсь на Ютубе, а потом надо мной будет в комментариях смеяться. Да полюбасу. Нет, такого не будет. Чел, ну я смотрела Лило и Стич, но не особо шарю просто. Ну там были какие-то челики, очень прям похожий голос. Ты этих пришельцев озвучивал, да? Да. Да, капец, круто. Классно было встретить тебя. Вау, круто. Ну, такое популярное.